В минувшую субботу аул Бличепсин встречал участников конноспортивного состязания «Кубок Республики Адыгея по конным пробегам». На мероприятие собралось немало любителей этого вида спорта. Было много тех, кто пришел или приехал поддержать всадников, и тех, кто решил просто посмотреть соревнования. Участников спортивного состязания приветствовал глава Кашхабского района Заур Хамирзов. Конный пробег здесь проводится второй год подряд и стал весьма популярным. Мероприятие, организатором которого выступили Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, Республиканская спортивная школа по конному спорту, администрация Кашхабского района собрала наездников из разных уголков нашей республики, а также Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Санкт-Петербурга, Крыма. Мы проводим соревнования в ауле Бличепсин. Это Кубок Республики Адыгея по конным пробегам. Стартует 13 участников, 3 на дистанцию 80. И 10 всадников на дистанцию 40. Всадники к нам приехали из Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии. Ход соревнований оценивала судейская команда под руководством судьи всероссийской категории Елены Демченко. Программой скачек было предусмотрено 2 забега на 40 и 80 километров. Итоги подводились по лучшему времени прохождения дистанции при условии подтверждения ветеринарной комиссии нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша. Так, по результатам соревнований на дистанции 80 километров победителем стал участник из Ставропольского края. На дистанции 40 километров первое место у Темрюк-13, принадлежащего Шамилю Гятову из братской Кабардино-Балкарии. Призовой фонд наших соревнований – это 160 тысяч рублей. 100 тысяч призовой фонд на дистанцию 80. Распределяется он 50 за первое место, за второе – 30 и за третье – 20. На 40 у нас первое место – это 30 тысяч, второе место – 20 и третье место – 10 тысяч. Победителям и призерам были вручены грамоты, кубки и денежная премия. Эту приятную миссию выполнили депутаты Госсовета ХАСы Республики Адыгея Мурат Шхалахов и Аслан Джанхот. Я вот вас приглашаю на следующий год, на следующее соревнование. Для помощи составить еще больше увеличить. Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть у вас всегда будет успех, пусть ваши питомцы вас всегда радуют. Конечно, это спорт, и без поражений, как в том весе, нет побед. Поэтому, на самом деле, желаю всем побед, желаю всем удачи и огромного-огромного крепкого здоровья. Тем временем местная молодежь готовила для всех присутствующих сытный обед. В конце мероприятия все были гостеприимно угощены ароматным и вкусным пловом.